Всем привет, с вами Мистер, не забывайте подписываться на канал. Индия начала торговую войну с США. Индия ввела дополнительные пошлины на 28 товаров, ввозимых из США. Документ, подготовленный Министерством финансов, опубликован на портале правовой информации газеты «Of India». Пошлины начнут действовать с воскресенья 16 июня. Речь идет о частности о таких товарах, как миндаль, яблоки и грецкие орехи. Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп решил лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках генеральной системы преференций ГСП. Как объяснил американский лидер, решение обусловлено тем, что Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам. Турцию лишили преференций из-за уровня экономического развития страны. Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году после того, как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США. В ответ Индия пообещала, что примет ответные меры, увеличив пошлины на импорт 30 американских товаров.